сентября. Нижний Тагил. Чемпионат Урала по дрифту Drift Zone 2021. Очень боялся дрифтить там, где какие-то были зрители или мимо проезжающие машины. Все было максимально аккуратно. Поэтому, может быть, и не было такой быстрой обучаемости, что ли, в дрифте. Узнал просто от одного человека, что есть какая-то, так сказать, лужа небольшая, там метров 50 на 50, предположим. Приехал туда, она была нечищенная, мы с другом ее расчистили лопатами максимально долго, дня три на это заняло время. Сделали небольшую восьмерку, катались по ней, думали, что это капец как круто, офигенно быстро. Но на следующий год мы расчистили уже трассу на большом водоеме, на грязном водоеме. Не на чистом, на каком-то пруде. Построили трассу по типу Красное кольцо, потому что самим придумать трассу как-то фиг знает, что получится, а Красное кольцо уже все-таки такое считается техничная трасса, на которой можно обучиться всем, собственно, навыкам в зимнем дрифте. Но на момент 2021 года, наверное, Мишлен стоит брать 15-й. Не помню название, но, собственно, его только используют. Хаку можно брать 8-ю, если ее где-то еще найдешь. Именно там 8-го года или 7-го. Потому что дальше она уже пошла с изменениями, она уже была не такая, точнее, сейчас она не такая уже офигенная. На складах, в принципе, в Москве еще можно ее достать. Катался на зимних трассах в Нижнем Тагиле. Там есть, парни тоже энтузиасты, чистят трассу. Трассу все в основном делают небольшие, так как это довольно трудно поддерживать чистый лед. Невьянские, как-то они там все это оформили, что они чистят трассу через администрацию, то есть у них городские службы приезжают по запросу, чистят им трассу. Трасса довольно большая, но там, собственно, только момент разгона и первый поворот интересный. Остальное идет супер максимальный дрифт, там, не знаю, на 20-30 километрах. Можно ехать близко, но все довольно скучно, скажем так. Еще был в Екатеринбурге на трассе, построенный Subaru клубом. Чистят они там вообще оригинально. Они сделали треугольник из брусков там 100 на 100 и катают тоже трактором, грубо говоря, разгоняют углом. У них получилась довольно широкая трасса. Ну, так как там субарики, они все довольно сильно раскидывают, носятся там невероятно быстро. В Екатеринбурге был на Коровнике. Это местные тоже люди там. ЕКБ называется, по-моему. Трасса тоже супер маленькая, супер затычная. И в основном там асфальт, лед с асфальтом, скажем так. Разгона абсолютно никакого, постановка там километров с 20-30, наверное. В принципе, можно везде ехать близко, интересно, но самое, что напрягающий такой момент, очень много участников, так как зима, и все хотят себя испытать в этом деле. Участников там, не знаю, под 70, под 50 человек всегда. А раз трасса маленькая, все очень долго происходит, сидишь, ждешь, уже устал, там часа 4, по-моему, ждал своей очереди, чтобы проехать квалификацию. И потом еще часа 4, чтобы проехать парные заезды.
И зимой, и летом есть свои, скажем так, страшные моменты. Зимой вроде кажется снег, там вроде все безопасно, даже если летишь. По факту нет, любой брустер там или какой-то невидимый предмет в виде как столбика там или бетонного блока, лежащий под снегом, ты не увидишь. Естественно, приходится постоянно проверять, где ты вообще катаешься поначалу, потом уже как-то проезжать. Зимой скорость не особо большая, можно ехать близко, то есть все полегче, скажем так. А летом нужно постоянно в газ, скорость больше, на контроле надо очень много. Чуть где-то маленько приотпустил газ или там лишний раз передержал сцепление, и сразу ведет за собой критические ошибки. То есть летом довольно сложнее, но интереснее. 3, 2, 1, 2, 1. Верхняя сапта и верхняя кошма посмотрим, кто из них будет лучше. Я вам заездит, и потом перейдем к заезду номер 2. Трасса готова, люди готовы, и мы тоже готовы, как мы говорим, на заезд номер 2, по остановке. Верхняя сальта и верхняя кушма. И наши головы устремляются на первый круг. Давайте посмотрим, кто из них будет лучше прямо сейчас. Илья Воробьев, стартовый номер 17, Toyota Cruiser, город Верхняя Салда. Все, ехал на второй, третий я даже не пробовал, потому что третий я бы точно не расклочевал, ничего не смог сделать. Вторая, это как бы в этом затыке была, и то сдувалось, в общем. Я там сидел, клочевал, как мог, ну как-то выезжало, но надо было очень широко идти, чтобы под газом ее пройти. А скорость там, не знаю, 120, может 100 набиралась в дуге. И гаситься в нужные моменты, чтобы еще открыться потом, довольно сложно с непривычки. Тем более это первое соревнование после сборки мотора. Когда проходил квалификацию, на каких-то соревнованиях я постоянно попадал на какие-то мощные машины. То на Корнева на белой Альтезе, то на Фокина. Он, конечно, не особо мощный, но он очень техничный. И если надо, он догонит и перегонит все, что хочешь, сделаешь. А попал на красный Альтезе, думал, ну все, что, как обычно, квалы пошел, хорош. Но в итоге как-то удалось.
боролись мы с ним, конечно, максимально. Борщинули все, и он, и я. Да, что еще? В последнем заезде у нас с ним, оказывается, он сзади меня развернулся практически и остановился. А я, ну, как обычно, потому что он мощный, сижу газ в пол, опять переразогнался и улетел за пределы трассы. Но все равно решил, ну, вылетел, типа, пофиг, поеду. В итоге поехал, там бампер эпично вскрылся и доехал. А он, ну, короче, больше ошибок сделал, чем я. Я просто вылетел, а он, грубо говоря, развернулся. В принципе, одно и то же, но решили, видимо, что я стабильнее. Ты на шестой поливай-то? Да я шучу, конечно. Там я ни разу так не делал. Я вторую уже она... меня уже просто закидывает. Я даже ручником так чуть-чуть помог. Потому что еду, меня фух закинуло. Ладно. Поехали. Но я во внутрянке максимально. Он по клипам, а я прям далеко от него. Ты вторым, но это нормально. Ну. Тебе надо держаться близко, не по клипам. Одинаковой скорости едем. Я также, я всю дугу так еду, а тут я на ручнике пишу, если что. Ну, в смысле, вот в эту. Я когда как, я то с середины блока. Не знаю, даже как-то лучше. Ну, я тоже на ручнике зависаю. Ну, в смысле, я на ручнике, а не то, что там что-то там назвали, что-то такое. Вот. Потом уже послушал. И на разгоне я по-любому медленно вообще не езжу. Ну, в смысле, то, что там... Да, на резину, все, у меня нету просто больше. Все, то, что я медленно разгоняюсь, скажем так. Ну, посмотрим, что происходит. Что, нам уезжать сказали? Исполнял, да? Все. Топ-16 я уже пролетел с выбором резины, она уже кончалась. Я, во-первых, катался на одной резине все два дня, и субботу, и воскресенье, ну, то есть тренировки и квалификацию. Она уже перестала держать абсолютно, то есть я первую, вторую жму, а она просто стоит, я стою, шлифую, и не догонял.
И момент в чем? Оппонент был очень стабильный по клипам, но был, скажем так, медленный вот в этом затыке. А я после вот этой альтызы весь обычный, скажем так, я хотел сжать газ пол, и так как резина уже не толкалась, я не долетел до того места, где я обычно, скажем так, на ручнике висел или тормозил, чтобы зайти в этот поворот. А просто не дотянул дугу, пришлось раньше гаситься, пытался на ручнике завернуть, как-то дотянуть, но не получилось, развернулся. А так бы, наверное, выиграл. Если бы я не развернулся, наверное, бы выиграл. Потому что когда я ехал первым, он был довольно далеко. Ну, в общем, отставал. Я бы, наверное, выиграл. Сейчас вот понимаю, что надо было в тот момент, когда я уже понимал, что я все сейчас провалюсь в турбояму, мощность упадет, надо было сидеть и, не знаю, там, зажать сцепление, давить газ пол и просто сделать эффект того, что я как бы не распрямился.